Немало загадочного и таинственного творится и в бюджетной сфере Республики Башкортостан. Например, не так давно журналист Рамиль Рахматов обнаружил у государственного казенного учреждения «Транспортное управление Республики Башкортостан». Это такая контора государственная, которая обслуживает в основном интересы Белого дома и лично Ради Фаридовича Хабирова. Так вот, Рахматов обнаружил у этого государственного казенного учреждения японский внедорожник Land Cruiser 300 в версии L за 12 миллионов рублей как минимум, который не покупался через конкурсную процедуру. Однако в собственности этого государственного казенного учреждения состоит. Есть основания полагать, что куплен он был на какие-то левые деньги каких-то других предприятий, ну, то есть это предположение Рахматова, а вот ездит на нем лично дорогой Ради Фаритович, ну или, по крайней мере, его возят сейчас на этом ленд-крузере ввиду того, что Хабиров так и не излечил свою коленку. Вот сам факт подобного бардака в государственном казенном учреждении, конечно, наводит на разные нехорошие мысли. Откуда взялся этот крузак стоимостью как минимум 12 миллионов рублей, остается загадкой. А вот государственный санаторий Янгантау только-только готовится приобрести своему драгоценному директору Land Cruiser Prado за 11 миллионов рублей, чуть скромнее, чем у главы Республики Башкортостан. За что такое счастье директору Янгантау совершенно непонятно, а также непонятно, каким образом чиновники Республики Башкортостан обходят те лимиты, которые установлены на покупку автомобилей для перевозки их драгоценных тел.